Ребятки, всем привет! С вами Дава Дым. И сегодня у нас на обзорчике новый продукт от компании Darkside под названием Shot. Что это такое, как это все выглядит, как это все курится, я расскажу чуть попозже. А сейчас самое главное, что это конкурс. И в конце этого ролика мы разыграем вот такой вот ассорти пак. И самое главное, к нему вот такую вот ноунейм чашечку. Для чего я разыгрываю чашку к этому ассорти паку? Да потому что есть в табаке один самый главный минус. И теперь все по полочкам с самого начала. Darkside Shot изначально трактуется так, что лучшие миксологи компании Darkside смешали самые лучшие вкусы, чтобы получились охуительные миксы. Выглядит это все вот так вот в ассорти паке, в нем 10 вкусов. И когда мы его открываем, то мы видим, что внутри все прям пестрит. И есть здесь основные такие 10 миксов под названиями столичный бит, центральный бит, таежный трип, алтайский трип, приморский шейк, байкальский край, донской чил, южный вайб, каспийский груз, каспийский вайб, карельский панч. Здесь, конечно, немного Darkside, по моему мнению, переборщил и вышли за рамки своего дресс-кода вайбами, шейками, панчами. Да, это, конечно, потрясло многих. Многие это восприняли как-то не так, особенно я. Когда мне это все пришло, я посмотрел и думаю, бля, что это такое? Но в этом есть суть. Вот дальше. Внутри идут вот такие вот коробочки, которые идут с какими-то определенными надрезами. И по технологии Darkside, как я понял, это все открывается примерно вот так вот. Ты отклеил, оторвал. Внутри тебя ждет вот такой вот 30-граммовый пакетик. Это и есть самый главный минус продукта. Это 30-граммовый пакетик. Обычно классические чашки, которые сейчас продаются, они рассчитаны, ну, максимум на 25 грамм. И чтобы идеально это покурилось без касания, то туда залазит двадцаточка. Но у тебя всегда остается 10 ненужных грамм, которые ты не знаешь, куда деть. Да, конечно, ты можешь взять, допустим, карельский панч, покурить, а потом покурить алтайский трип, и у тебя останется ровно 20 грамм. 10 здесь и 10 здесь. И ты их между собой можешь смешать. Но это не трушно, охота, конечно же, покурить все вчистую. Но этим самым из 10 паков ты, грубо говоря, получаешь еще 5 чашек плюсом, но уже в каше-малаше. Все мы курим на кальяны Мозе, который сделан в Германии. Если тебе интересен этот кальян, то ты можешь поискать у меня в видеозаписях на него обзор. Что касается в целом данного продукта, я изначально думал, что будет что-то максимально интересное, что-то необычное, и куриться это будет по-особенному. Но это тот же самый Darkside, просто вам упростили жизнь тем, что вам не нужно просто миксовать. До особо одаренных кальянщиков и кальянных мастеров даю маленький лайфхак. После того, когда вы скурите все вкусы, вы пачечки не выбрасываете. Вы вырежете вот эти названия и наклеите себе на вытяжку. Тогда вы всегда будете знать, какой из вкусов предложить гостю, чтобы он сказал: «Белиссимо, твою мать, давай забивай!» И ты будешь всегда топовым кальянщиком в своем городе, потому что будешь знать, какие топовые вкусы между собой смешиваются. Ведь для тебя миксология – это высший класс. По курению – это абсолютно тот же самый Darkside. Ничем не хуже – это софт, заранее замешанный. То есть ничего такого прям искрометного, интересного вы в этом не найдете. И поэтому, когда вы будете покупать Darkside Shot, то не надейтесь, что будет что-то специфичное, необычное. Это будет самый обычный классический Darkside, просто уже в 30 граммах и, соответственно, замиксованный так, как решили миксологи. Что я считаю по поводу миксов? Миксы здесь реально прикольно замешаны. И я из тех вкусов, которые прокурил, все были, в принципе, хорошие. Собственно, из этого половину мы как-то в работе и применяли даже после того, когда вышел Darkside Shot.
Покупать, да, учитывая всю ситуацию, которая у нас сейчас здесь есть, это карантин, коронавирус и прочая дрянь, безработица, то это залетит очень круто. Еще есть интересный момент, и сразу понятно, что продукт нацелен именно на розничную продажу среди кальянных. Это сама упаковка, потому что она вот так вот по отрывным линиям интересно отрывается, и получается вот такая вот витринка, да? То есть уже готовый вариант, не нужно ничего придумывать. Скажу так, подытожу. Обычный Dark Side Soft, но замешанный. Курица хорошо, приятно, три уголечка, у меня 4, потому что я так привык курить Dark Side. Все остальные характеристики вы можете просто зайти у меня на канале, найти любой обзор Дарксайда, и этим будет все сказано. Теперь, что касается конкурса и условий. Я знаю, многие хотят получить такой ассорти-пак и, собственно, спокойненько его прокурить, особенно если к нему идет нормальная 35-граммовая чашечка, куда можно просто весь этот пакетик вот так вот завернуть и спокойно это выкурить. Ровно через 5 дней мы разыграем. Это все в прямом эфире у меня в Инстаграме, поэтому можете там тоже подписаться, чтобы все это не пропустить. Из основных условий запоминай. Написать комментарий и отметить свой Инстаграм-аккаунт. Подписаться на мой канал. Главное, чтобы твой аккаунт Ютуба был открыт, и я смог посмотреть, подписан ли ты на меня или нет. Поставить колокольчик, самое обычное, что есть. И самое главное, поставить лайк этому видео. И ровно через 5 дней мы подведем итоги в прямом эфире у меня в Инстаграм-аккаунте. Если ты нихуя не понял, что я сказал, то чекай описание. Там есть все условия и все этапы, как все выполнить, чтобы ты полноценно участвовал в этом конкурсе. Это Dark Side Shot. Всем пока-пока. Это был Дава Дым.